Ну что ж. Ого, сколько вас тут? Армия роботов. Воу-воу-воу-воу. Это было ожидаемо, но неожиданно. Блин, зачем так пугать? Так. А я долечу? Да, он должен. Хоть летать и не могу. Но хотя бы парить немного могу. Ну, я так понимаю, нам там дальше попросту некуда, да, некуда прыгать. Это означает лишь одно. Что нам уже изо всех сил наверх. Да-да-да-да-да-да-да. Отлично. Так, ну, туда я не рискну прыгать. Давайте сюда. Хорошо. Попытка номер два. Попросту не допрыгнул. Давай. Отлично. Давай. Вот так вот. Шикарно. Все, со второй попытки все сделали как надо. Изи. Я надеюсь, это все или не все. Когда мы уже дойдем до босса, которого мы так сильно жаждем. Но, походу, дошли. О, что ж, вторая попытка. Нас сейчас будет ждать очень экстремальный подъем. Опять-таки. Прощайте, ребят. Теперь главное только допрыгивать туда, куда нам нужно. Забыли, однако, переводчики перевести этот момент. Жаль. Да ладно. Дальше. Ей. Давай. Вперед, да? Хорошо, давай. Вперед, так вперед.
Безумец, что ты творишь? Это, походу, и есть та самая универсальная машина. Нам сюда? А, ясно. Фух. Фруктики всякие. Да. Оно нам понизило или повысило здоровье? Я чуть не заметил. Да. Что что же делать? Сломать что-то надо или чего? Или просто дождаться, пока все произойдет? Ну да, логично. Thank you.
можешь тебе быть невидимым, алё. Это уже нечестно. Понятно. Хорошо, сбили. А, я понял, понял. Чтобы сбить от... для каждой нужен свой чел. Получай. Хорош, бро. Готов. Вот это были у него потные, однако. О, стадии. Фу! А последняя так вообще, чисто так. Ягодка. Но мы справились.
Thank you.
что, ребят, как я и говорил еще в первой серии, в итоге это шедевр. И подумать только, данную игру разработчики делали 9 лет. Я просто в шоке. Но в итоге это красивая история. Без каких-либо таких уж сверхособенностей. Просто атмосферная, красивая история. Которая, как понял, закончилась хорошо. Фух, и это радует. Ну, собственно, ладно. У меня реально сейчас нет слов, чтобы выразить все свои эмоции по поводу данной игры. Просто мне все очень сильно понравилось. Это вкратце. Ну и, собственно, смотрите титры, наслаждайтесь музыкой и до встречи в моих следующих прохождениях. Ну а на сегодня все. Всем пока-пока.